Чем отличаются предыдущие модели? Во-первых, этот автобус оснащен более мощным двигателем, более современной коробкой, вот, и задним мостом. А еще большое сиденье и широкий удобный руль для водителя. На ульяновское предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками, закупили 35 новеньких автобусов «Газель». Руководитель Владимир Горюнов показал работникам Министерства транспорта автомобили и рассказал о преимуществах новых моделей. Ну, мы пытаемся заменить все-таки тот устаревший подвижной состав, который выработал свой производственный ресурс. Для этого частично и постепенно обновляется на маршрутах города Ульяновска подвижной состав. Ну и, соответственно, комфорт приходит. Пассажиры убеждаются о том, что им удобнее использовать новый подвижной состав, о том, что приятно всегда ехать в красивом, чистом салоне. Комфортнее станет и пассажирам. Новая модель автобусов стала шире предыдущей. «Газель» оснащены комфортными сиденьями, выдвижной подножкой, а также обладают улучшенной задней подвеской, обеспечивающей плавность хода. В салоне 18 посадочных мест. И данные новые автобусы будут ездить на всех наших маршрутах. Значит, ну, будет на 67-м. Ездить в 82-м, 78-м, 5-м маршруте, 56-м, 90-м будет заволжские маршруты, 22-й будет ездить тоже наши новые автобусы по этим маршрутам. То есть идет полное обновление. Процентов на 10-15 мы каждый год обновляем свой подвижной состав. До конца года предприниматель закупит еще 15 аналогичных машин. На предприятии развернут полный цикл производственной базы. Каждый автобус регулярно проходит техническое обслуживание, все запчасти в достатке. В целом в Ульяновской области продолжают обновлять всю сеть пассажирского транспорта. Система общественного транспорта в регионе много лет находится не в самом хорошем состоянии. Напомним, в декабре прошлого года ПТП-1 заключила соглашение на приобретение 50 новых автобусов среднего класса СИМАС в комплектации «Доступная среда». Они также обслуживают городские маршруты. Анна Тищенко, Управда ТВ.